Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре VivaStars на курсе о видеохостинге YouTube. В этом уроке я расскажу вам, как создать свой YouTube-канал и дам вам несколько рекомендаций по прохождению уроков. Рекомендация номер один. Все наши видеоуроки хранятся на YouTube. Нажимая на кнопочку Play, вы запускаете ролик. Я вам рекомендую при первом просмотре просто досмотреть ролик до конца, чтобы понимать, что необходимо в нем сделать. Досмотрев ролик до конца, нажмите на значок с изображением стрелочки назад. Воспроизведение ролика начнется заново. При просмотре вы можете использовать увеличение скорости просмотра. Нажмите на шестереночку, появится окошко, в котором можно поменять скорость. Ну, например, сейчас стоит обычная скорость. Я могу сделать скорость 1.25. При такой скорости вы будете, в принципе, все нормально, прекрасно слышать, но время на просмотр у вас сократится. Эти уроки я буду записывать в формате стоп-кадра. Выдам какую-то информацию и буду вам предлагать нажмите на кнопочку «Стоп». Вы будете нажимать на кнопочку «Стоп». Воспроизведение ролика будет останавливаться. Затем вы первый раз откроете в браузере, в котором вы работаете, новую вкладочку. В этой вкладочке перейдете на YouTube. Выполните те действия, о которых я вам говорю. И не закрывая эту вкладочку, вернетесь в вкладку с уроком. Нажмете на кнопочку Play и продолжите просматривать ролик. Дойдете опять до очередной паузы. Нажмете на кнопочку Пауза. Перейдете во вкладку с вашим YouTube каналом и будете выполнять те действия, о которых я рассказывал. Выполнили, вернулись, продолжили просмотр. Если требуется какой-то повтор, прижмите левую клавишу мышки и возьмите красненькую точку на ползунке, отодвиньте ее чуть-чуть назад. Нажмите Play и послушайте информацию заново, если что-то забыли, либо не понимаете, как сделать. Вот в таком вот формате микрообучение. Получили информацию, сразу ее реализовали и продолжили обучение. Информация будет усваиваться и восприниматься вами значительно лучше. Все, что мы будем делать по YouTube, абсолютно несложно, но информации будет много. И желательно ее вот такими мелкими частями обрабатывать. Итак, начнем создание YouTube-канала. В строке поиска искать в интернете, или можете даже в адресной строке, напишите по-русски YouTube, щелкните на YouTube видеохостинг, у вас откроется главная страничка YouTube. Вы всегда увидите в правом верхнем углу кнопочку «Войти». Нажимаем на «Войти» и вводим данные от своего Google аккаунта. Google аккаунт – это ваша Gmail почта, которую, надеюсь, вы все создали в рамках курса «Компьютерная грамотность». Это урок номер 9, как создать Google аккаунт. У меня эти данные есть, они сохранены у меня. Я просто ввожу адрес своей Gmail почты, нажимаю кнопочку «Далее» и ввожу уже имеющийся пароль. Итак, мы авторизировались в своем Google аккаунте и вошли на главную страничку YouTube. Вид главной странички постоянно меняется. Здесь самые популярные, рекомендуемые видео на YouTube. На момент, в моем случае, 28 апреля 2020 года. В правом верхнем уголке вместо кнопочки «Войти» отображается ваша еще недооформленная аватарка. Это чаще всего какой-то цветной кругленький значок. Вы авторизировались на YouTube, но еще не создали канал. Для того, чтобы создать канал, щелкаем на свою аватарку в правом верхнем углу и выбираем действие «Создать канал». Открывается помощник, нажимаем на кнопочку «Начать». Лучшая рекомендация какая? Когда мы создавали Google аккаунт, я говорил, создавайте Google аккаунт своим именем. И канал вам нужно создавать со своим именем, потому что ваша основная задача продвигать именно себя как эксперта. Как вы назвали профили в своих социальных сетях, точно так же желательно и называть свой YouTube канал. Если по каким-то причинам вы хотите свой канал назвать как-то по-другому, нажимайте на кнопочку с другим названием, и YouTube предложит вам назвать канал каким-то другим именем. Я нажму на эту кнопочку, чтобы показать, что у вас появится. Нажимаю «Выбрать», и YouTube предлагает вам вот здесь написать название своего канала. Конечно, в названии вашего канала желательно использовать ключевые слова для того, чтобы канал искался по
нужным вам ключевым запросом. Но наш основной ключевой запрос – это ваше имя и фамилия, потому что вы продвигаете себя именно как эксперта. Поэтому вот в этом поле я повторно напишу Игорь Черноусов. Писать по-английски нет никакого смысла. Желательно написать точно так же, как у вас в профиле социальной сети, который вы на данный момент активно продвигаете. И аватарку профиля мы загрузим точно такую же, как и в социальной сети. Это называется продвижение бренда или фирменный стиль. Везде должно все одинаково. Люди должны понимать, что это вы, это ваша страничка, а это будет ваш канал. Отмечаем чекбокс, что вы понимаете, что делаете, и нажимаем на кнопочку «Создать». Google создает вам еще один ресурс, ваш YouTube канал. Вы видите сообщение: ваш channel, ваш канал Игорь Черноусов был успешно создан. Возвращаемся на YouTube, нажимаем на значок в левой части. И если вы сейчас нажмете на свою аватарку в правом верхнем уголке, у вас уже не будет действия «Создать канал». У вас уже будет действие «Мой канал». Нажимаем на «Мой канал». Перед вами открывается вот такая страничка созданного, но еще абсолютно не оформленного YouTube канала. Оформлять YouTube канал мы будем с вами в следующем видео. А сейчас создавайте, пожалуйста, канал.